Всем подписчикам большой привет! Сегодня хотел вам показать, рассказать технологию сверхбыстрой засолки огурцов. Действительно сверхбыстрой. Огурцы засаливаются в течение нескольких часов буквально. Для этого нам понадобится банка с так называемой твист-крышкой. Они системы ВАКС. Есть в продаже, выпускает наш самарский завод. И обычная металлическая твист-крышка, которая немножечко доработана мной. Сверлится в ней отверстие сверлом Форстнера на 13 мм. И на вакуумной смазке запрессовывается автомобильный штуцер для накачки бескамерных шин. Он вполне хорошо держит здесь давление. В чем заключается технология? Мы вначале готовим банку, ее не стерилизуем, делаем чистой, укладываем в нее пряности в виде укропа, лист вишни, лист смородины, у меня здесь есть чеснока, пару зубков, огурцы свежесорванные, из которых обязательно срезаются донышки. Для чего? Донышки, потом через них легко впитывается раствор соли. Готовится раствор, значит, все это укладывается в банку плотно, готовится раствор засолнечный из расчета на литр воды кипяченой, столовая ложка соли, и я кладу столовую ложку сахара. Вода, значит, заливается, немножечко остужается, заливается в банку, чтобы огурцы полностью были покрыты рассолом. Вот у нас, чтобы верхние огурцы у нас были покрыты рассолом. Вот это полностью залита банка. Дальше закрывается вот этой желтой твист-крышкой, которая с клапаном. Закрывается плотно. И из банки через насос, который входит в комплектацию этой системы ВАКС, откачивается воздух. Быстренько вот таким образом откачивается воздух. Видите, как начинается выделение воздуха. Воздуха из огурцов. И начинается немножечко кипение раствора. Качаем до тех пор, пока не будет перестать выходить воздух. Видите, еще пузырьки воздуха выходят. Это всплывает весь воздух, который был растворен в огурце через торцы и в нашей всей пряности. Зелени. Делаем выдержку небольшую. Затем через клапан запускаем воздух в банку. Видите, в раствор попадает у нас в огурцы. То есть мы закачали так. Можно сделать еще раз так, для надежности. То есть закрывается крышка, она поджимается, и плюс резинка здесь. Откачивается из нее, из банки воздух. Воздух. До тех пор, пока будет выделяться у нас он, убирается насос и загоняется раствор в огурцы. Но для того, чтобы раствор еще быстрее попал, я второй этап придумал. Вот эту вот крышку с запрессованным штуцером, с автомобильным, я закрываю точно так же плотно и еще накачиваю дополнительно воздух сверху. Насосом. Пока у нас крышка не начнет немножко и штуцер пропускать. Вот мы накачали воздуха, но так как у нас объем небольшой, то воздуха немного входит. Крышка немножко у нас выгнулась, и в ней присутствует сверху над раствором воздух. Если надавим на золотник, то слышно будет. Слышите, да? Воздух выходит при надавливании штуцера. Значит, полностью докачиваем банку. Снова. Видите, начало. Но он немножко начинает пропускать, но объем воздуха остался. То есть воздух у нас там. Для надежности можно закрутить колпачок
и поставить банку на несколько часов, уже на засол. Буквально через 3 часа огурцы можно будет употреблять в пищу. Вот эта технология. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал.